Ежегодно на базе досугового центра проходит отчетный показательный урок танцевального ансамбля «Эхо гор», который существует уже более 10 лет. Солисты ансамбля продемонстрировали всю красоту, изящность, а также мастерство танцевального искусства для подопечных реабилитационного центра, которые были приглашены в качестве зрителей музыкального праздника. Руководителем танцевального ансамбля является заслуженный артист Республики Дагестан Даутбек Гасанов. Коллектив регулярно выступает на разных танцевальных площадках не только республики и страны, но и всего мира. Достижение весомого результата и мировое признание – это все огромный и слаженный труд коллектива под предводительством наставника. Обучиться искусству танца может любой желающий, отметили инициаторы отчетного концерта. И демонстрация приобретенных навыков юными воспитанниками – это определенный стимул для каждого в отдельности, для дальнейшего творческого развития. По словам Риммы Умаровой, проведение отчетного концерта с приглашением гостей стало доброй традицией. Искусство танца дагестанских народов по своей природе самобытно и уникально. Дети с удовольствием готовятся к показательному выступлению. Но самое главное – это то, что мы можем показать, что мы сделали, пропагандировать наше искусство, танцы в данном случае, и сплотить как-то. Вот эти дети, которые из реабилитационного центра пришли к нам, они как-то вошли в роль, что ли. Они так интересно и так красиво танцевали, когда им мастер-класс давали. Ну, наверное, это самое главное – общение между детьми. Кроме того, по завершению основного мероприятия приглашенным юным гостям была проведена небольшая экскурсия и представлена фотовыставка «Мы против террора». Как отметили инициаторы, основная цель, ради чего был проведен мастер-класс, достигнута. Маленькие зрители остались довольны, и, как они надеются, с началом нового учебного года ряды юных танцоров пополнятся. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».